сейчас интересный и веселый период. В гости приходят гномики и очень много концертов. Хочу напомнить, что завтра, 16 декабря, у нас в католической церкви выступает наш прекрасный ансамбль «Леоке» от Центра культуры совместно с музыкальной школой, с оркестром в католической церкви. Призываю всех интересующих и те, которые еще не знают и имеют свободное время, приходите и послушайте, какой удивительный, интересный концерт готовили они к Рождеству. А в воскресенье 17-го в 16:00 уже не первый раз в нашем Центре культуры выступает хор девушек эстонской телевидения. Руководит Агнес Ауэр. Напомню, что они у нас выступали и на День учителя, и на еще на концерте перед Новым годом. И у них специальная, новая, интересная программа. Мы ждем вас!